Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем рисовать картину, которая будет называться «Сказочный лес». Вот такую красивую картину. И еще мы с вами сегодня совместим две техники. Мы будем рисовать акварельными красками и фломастерами. Все, приготовились? Начинаем урок. Кладем лист вертикально. У меня приготовлены акварельные краски, кисточки толстые, тонкие и коробочка с фломастерами. Начинаем рисовать. Начинаем нашу сказку. Я взяла кисточку, намочила ее в водичке, и сейчас я буду рисовать солнышко. Но солнышко не простое, а радужное. Беру красный цвет. Сверху, вверху листа я ставлю точку. Здесь у меня будет серединка солнышка. Кисточку ставлю, чтобы она смотрела в потолочек. И начинаю вращать ее вокруг своей оси. Вот так стараюсь нарисовать кружок. Когда кисточка смотрит в потолок, то кружки рисовать очень легко. Кисточку промыла. Следующий цвет у меня будет желтый. Я взяла желтый цвет и начинаю рисовать вокруг этого красного кружка, немножко захватывая красный цвет. Вот так. То есть у меня должен еще получиться немного оранжевого цвета. Оранжевый цвет. Поправляю. Желтый цвет. Следующий будет у меня какой? Зеленый. Зеленый, как в радуге. Зеленый цвет. То же самое. Немного захватываю желтый. Желтый кружочек. Желтый. Вот какое солнышко. И следующий голубой. Беру синюю краску и рисую вокруг зеленого голубой кружочек. Голубой кружочек. То же самое, не оставляю просветов между полосочками. Получилось солнышко. Вот оно какое. Яркое солнышко. Но пока мы еще не знаем, что это солнышко, да? Оно у нас не похоже на настоящее. Это наша сказка. Кисточку мою и откладываю в сторонку. Сейчас мне надо нарисовать сказочный лес. Я беру фломастер какой-нибудь темного цвета, яркого. Можно взять черный, можно взять темно-синий, фиолетовый. Ну, давайте я остановлюсь на черном. Ну, давайте на синем. Синий, чтобы не испугать, да, деревья. Так, и начинаю рисовать свои сказочные деревья, которые похожи больше на листики. Вот такой листик, большой листик дерева. У него есть ствол и есть веточки-прожилочки. Так, и еще один листик дерева. Еще ствол и то же самое. Я рисую прожилочки. Вот какое выросло. Большое. Еще одно деревце, которое похоже на листик. Еще с этой стороны у меня будет деревце. И еще вот оно, какое большое тянется к солнышку. Тянется к солнышку. Все, хватит. Ну, давайте вот еще место есть. У меня здесь поместится половинка деревца. Все. Откладываем.
прикладываю фломастер. Снова беру краски. Кисточка у нас помытая. Я беру голубую краску и начинаю рисовать небушко. Начинаю рисовать небушко, как бы крутясь вокруг солнышка. Кисточка у меня ходит в круговую вокруг солнышка. Я беру здесь, конечно, больше воды, чтобы у нас небушко было прозрачное. Вот так. Рисую небушко. Солнышко у меня в серединке. Я на солнышко уже не заползаю. Так очень-очень аккуратно. И рисую небушка вокруг наших деревьев. Вокруг деревьев. Вот так. Смотрите, чтобы у вас не было ярких переходов. Да? Размываем границы. Вот здесь небушка пошло. И здесь небушка пошло. Нарисовали. Здесь мы пока оставим пустое место. Кисточку я промываю толстую и откладываю. Беру тоненькую кисточку. Ребята, можно рисовать фломастерами, да? Можно рисовать вот эти места между прожилочками фломастерами. Как вам захочется. Будет красиво. И красками, и фломастерами. Вот я вам сейчас покажу, я немножечко порисую фломастерами разноцветными. Да? У кого нет фломастеров, можно рисовать красками. Кто больше любит краски, может раскрашивать красками. Ну вот сейчас я немножечко порисую с вами фломастерами. Да, закрашиваю. Давайте здесь. То есть у меня дерево будет сказочное и разноцветное. Чтобы оно уж было до конца разноцветное. Да, мне понравилось фломастерами. Я решила остановиться на фломастерах. Ручка у нас, рука лежит на деревьях. Деревья у нас не покрашены краской, и поэтому мы не боимся ее испачкать. Вот здесь зелененького. Вот здесь зелененького. Все. Так, следующий цвет я беру оранжевый. Мне хочется еще порисовать оранжевым. Оранжевое пятнышко. Так, вот у меня еще есть оранжевый фломастер. Вот здесь оранжевое пятнышко. Вот здесь оранжевое. Вот здесь оранжевое. Где еще мне хочется? Вот давайте я сюда еще нарисую. Сейчас украшу оранжевое. Вот сюда. И сюда. Так, следующий цвет. Смотрю. Какой же мне хочется. Мне хочется взять желтый. Желтый фломастер. Рисую желтым цветом. Не торопитесь. Старайтесь, чтобы не заползать вот за эти прожилочки, да, за границы нашего листика. Где еще? Сюда хочется. Сюда желтые покрашу. Сюда.